здесь поджидаю. Да. Работаем. Вот месяц уже, больше месяца пивоварня стоит, простаивает. Наконец поставили нам двери противопожарные. И сюда поставили. Ну, теперь закладывать будем кирпичом полностью. Да, и кстати, пожарнику надо позвонить же, сказать, что как бы поустраняли все его 17 пунктов. Сейчас доделаем, чтобы он приехал, нам разрешение дал, чтобы мы дальше могли двигаться. Так что поехали мы дальше работать. Блин, понты осталось сделать, а кирпич кончился. Со всяких обломков делаем. Ну тебя нафиг, задолбал. Ну чего ты сделал? Мы же знаем, что сейчас выйдут эти азербайджанцы и будут продолжать ремонт. Ага. И ты тоже тут колбасишься. Мы осваиваем все профессии. Веселишься по полной программе. Да, чем только пивовар не занимается, да? Я думаю, мы к этому времени уже все научимся. Шпаклевальник. Шпаклевальник пивовар. Четвертого разряда. Сейчас я значок принесу. Ну давай посмотрим. Онлайн шпаклевка. Ты опять пришел. Виктор, извини. Меня прям тянет этой камере. Дай поснимать, да, не надо работать. Я не могу больше шпаклевать. Слушай, ну задолбался, второй день уже. Ну а что ты хочешь, ты целую стену воздвинул. Ага, воздвинул. Воздвиг. Воздвиг? Ну. Фух. Суббота, все нормальные пацаны отдыхают, да? Ты же профессионал. Во всем. А, ну да. Да. Ну, главное, не дует. Никто не залезет. Даже мышь не проскочит. Даже мышь. Даже комар. Ладно, не отвлекай, у меня раствор. Больше про пивоварню скажешь? Про пивоварню? А, пивоварня! Блин, слышишь, да! Мы же здесь собрались пиво варить. Ну ничего, вот уже второй месяц, блин, занимаемся. Чем занимаемся, непонятно. Люди подумают, что сейчас прораб придет, а мы тут... Открывайте бизнес по-белому, будет все замечательно. Дадут работать, дадут деньги зарабатывать. Работы будет уйма. Некогда отдыхать вообще. Да, да, да. В основном все за свои деньги. Сам вкладываешь, сам работаешь, сам налоги платишь, блин. А зарабатывать, ну а зарабатывай где-то на стороне. Подпольно. Все, идите. Хорошо. Расстроил ты. Слушай, ты, конечно, даешь. Че? Шпаклюешь. Бетонируешь. Электрик. Ты вари пиво, когда будешь вообще. Повесили же зонт. Парочными котлами вытяжку.
у нас здесь душевая кабина получилась, блин. Все на холодной стене, на холодной стене, на холодном потолке, и все капает. Очень неприятно. Поставили все-таки вытяжку, а там лампа наша мешала. Ну что теперь? Надо как-то передвигать. Что ж, по каждому разу электрика вызывать. Не напасешься. Так что. Это ж свое дело. Оно приятно, когда все это, все сказал, да? Неплохо. То, что свое, это понятно. Это свое дело, оно приятно, когда все хорошо, все на месте, все работает. Все нормально. Я к тебе еще приду. Давай, приходи. Может, что-то еще будешь новое делать. А. Ну что, прошло 3 недельки. Привозили еще раз нашего инспектора. Вроде все сделали. Но 3 пункта еще не доделанных. Недоклеенные таблички на дверях. И так уже, блин, вся пивоварня, как в пиктограммах каких-то, блин. Музей какой-то. А? Что это такое вообще, блин? P2A, V4, капец. Ну тут ладно, еще можно разобраться. Тут кислоты стоят у нас, дезинфектанты. Это уже для охраны труда. Так что у нас здесь весело. Везде картинки. В чужом помещении кусок нашего воздуховода идет. Тоже, оказывается, надо покрасить, потому что наш воздуховод. Ну, короче, доделываем опять. Опять вызвали красильщика, опять он нам тут навонял. Вот такой короб у нас красивый, в белой красочке. Вот, заказал таблички, развешиваю везде, расклеиваю, доклеиваю. Вот. Ну, опять все это время. Опять время. А положительный отзыв он не может нам сделать без акта выполненных работ. Поэтому как бы все сделали, но теперь ждем бумажку. Бумажка будет через несколько дней. Потом надо ему привести инспектору эту бумажку. Он должен составить положительный отзыв, отдать мне. Тоже несколько дней пройдет. Потому что никто не торопится, всем нафиг надо. У всех обычная работа, стабильная. А потом, думаете, все? Нет, я с этой бумажкой иду, подаю заявление в единое окно, и оно идет по инстанциям за разрешением. Пока она дойдет, куда надо, там посмотрят, выдадут разрешение, высновок этот дадут, что ну да, хорошо. И отправят мне сюда по почте. Короче, а тогда только можем подавать, даже не на аттестацию. Аттестация — это 3-м пунктом. Еще служба охраны труда. Еще для службы охраны труда. Вот такой вот список документов. Тоже придут проверять. Тоже везде таблички. Тоже должны везде приказы быть. Тоже... А потом только аттестация. Я уже не знаю. Сейчас 11 ноября. 11 ноября.
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 8 месяцев. 8 месяцев идет вся эта катавасия. Не знаю, куда закончится. Всего хорошего. Ну что, друзья, вот бумажка, 2 листочка. Полтора листочка. Полтора листочка. Позитивный экспертный высновок по пожарной, соответствию пожарной безопасности нашей пивоварни. 1,5 месяца не давали работать, устраняй. Наконец вот выдали эту бумаженцию. Где сказано, что ничего не выявлено, все нормально у нас. 1,5 месяца жизни, 20 тысяч гривен, килограмм нервов, килограмм и 100 грамм, да, килограмм и 100 грамм нервов. Так что 21 ноября, еще 1,5 месяца до Нового года, успеем ли? Интересно, самому интересно, успеем или не успеем.